Всем здорово, братва, на связи, как всегда я, Малфой, и это уже юбилейная 150-я серия Пути Бомжа на Hustle Online. Первым же делом я хочу глянуть результаты розыгрыша, и вот вообще не удивлен, что там и там проигрыш. По букмекерке ставок у меня не было, и вот полямщику на две ничьи можно и оформить. Короче, может быть, кому-то это не понравится, но я опять хочу попробовать скрафтить тот самый электрический Запорожец. И вот по предметам у меня немного есть, нужно будет докупить остатки. Вчера я выпустил шорт, с которым сравнил два засика, и я аж прям загорелся желанием его себе заполучить. Только вот покупать аккумуляторы по 200к, ну реально, это прям бесит. Почему в киосках все продается по оверпрайсу, алло? Выставляем свои запчасти к рулю, кейс «Египетская сила», ну и полетели разбираться с еще одной проблемой. Этот Делориан все-таки уникальный, но из-за того, что госцена у него 4 ляма, никто не хочет покупать. И вот мне флудит один тюбик, да я и без тебя это знаю. Кстати, здесь электрический ЗАЗ продается, и вот как вы думаете, сколько он сейчас стоит? Я спросил у владельца, и он говорит 30к. Это просто без комментариев. Если бы я их не крафтил, то я бы себе уже 4 таких Запорожца бы купил. Ладно, если не хотят покупать мой Делориан, то оставлю я его себе, скажем так, на память. И нужно глянуть, что там вообще по тюнингу на него доступно. Кейс «Египетская сила» успешно продан, и вот на СТО мой подписчик Никитка интересуется. Начинаем торговаться, и просто чтобы я ему не говорил, он отвечает 4 ляма и все. У меня в этом плане выдержки нет, и вот пускай лучше заберет ее по госцене. Он говорит, что берет ее для себя, ну и сразу кидаем предложение. Готово! При условии, что контейнер я открыл за 24 ляма, в минус мы ушли на 20к. Круто! Ну а вот если Никитка сможет продать дороже, он говорит, накинет мне чуть на лоб. А вот это прямо от души. Я давно таких людей не встречал. Ладно, так как путь бомжа не может обойтись без свалки, я залетаю на очередной завод. Быстренько смотрим контейнеры, теперь на куче мусора и забираем золотую монетку. Еще ноутбук Apple и лобовое я, пожалуй, оставлю подписчику. Для крафта у меня все равно уже есть. Запчасти к рулю у меня купили. Продаем лут со свалки. Ну и в принципе уговорили. Одна ставка в казике и все. 1к фишек на базу, залетаем. Ставим к мажорам за столики, у меня 10, изи! Сразу продаем фишки и делаем ноги с этого проклятого места. Итак, братва, это у нас уже новый день, и я сразу же покупаю 250 тысяч тонн тротила. Перемещаемся в ТЦ, покупаем здесь сабвуфер, и опа, я уже на авторынке, где, к сожалению, зазика не обнаружено. Тогда покупаем Теслу за 6к, зазика в автосалоне тоже нет, и вот как мне нравятся эти эксперты, ну давай скажи, сколько стоит мой Делориан? Говорит, максимум 2-3к. Ну да, это при условии, что я его продал за 4. Быстренько релогаемся в игру, и был я как раз на контах, и надеюсь, что-то получится открыть. Ага, конечно, я же забыл, что у меня фуловый инвентарь, и система просто не дает этого сделать. Ловим штраф за превышение скорости, и ты прикинь, 16.00 оказывается была рандомная свалка. А я еще думал, ехать сюда или нет, и вот здесь не прогадал. Изучаем все вагоны и вот поехали. Мерседес забрали за 226к, Вутиль слили за 480. Еще один Мерс за 226к, и Вутиль уже дешевле, но тоже нормально. Ну и финалочка из транспорта это ЗАЗ, как раз пойдет для крафта. Две монетки на базу, гироскутер за 3к. И вот реально, братанчик, извиняй, что уж перебиваю тебя за мешочек. Но ты сам должен понимать, я лудоман, и мне срочно надо его открыть. И кстати, выпало 251 тысяча, и в минус мы ушли небольшой. Продаем все в антиквариат, и вы посмотрите на эту аномалию. Это самый обычный зазик, который я забрал со свалки. Вот госка у него 25 тысяч. Но по скорости он едет, ну точно не как Запорожец, а как какой-нибудь Мерседес-банан. Кто-то может мне объяснить, в чем дело, или это просто баг? А, прикинь, я вот гоню Теслу к гаражу, и реально по динамике точь-в-точь как зазик. Ну ладно, все, две красоты. Сотки уже на месте, и можно приступать к долгожданному крафту. Напоминаю, что это уже 12-я попытка, и потрачено на все про все около 120 миллионов. Процесс пошел, и да ладно, ну наконец-то он скрафтился, ура! Вот он добавлен в награды, и конечно я его забираю. Ля, какой красавчик стоит на парковке автосалона, аллилуйя, я дождался. Вам словами не передать мою радость. И кстати, все-таки съемки шорта были дополнительной удачей. Я
по приколу взял у кореша ЗАЗ и сегодня вот в ролике его и скрафтил.